Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я продолжаю сегодня описывать сорта перца, которые я вчера отобрала для посева в первую очередь, то есть те, у которых длительный период от всходов до созревания плодов. Вот сюда мне попал перец язычок тещи. Очень интересный сорт. Написано среднеспелый 115-120 дней. Сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение полураскидистое, высота 65 см. На растении одновременно формируются и созревают 20-30 плодов. Плоды паниклые, удлиненно-конические, массой 40-50 грамм. В технической спелости зеленые, в биологической ярко-красные. Глянцевые при созревании сладкого вкуса. Толщина стенки 2-3 мм. Урожайность 1,5-2 метра. 1,5-2 килограмма с метра квадратного. Ценность сорта – высокая продуктивность и отличные товарные качества. Его можно сушить и перерабатывать на порошок, паприку. Вот если обобщить все сведения, которые мы получили от производителя, то я могу вам сказать, вот этот сорт перца – он из-за того, что у него не очень большой вот этот вот сам стручок, перчина, он идеально подходит для фарширования, для фаршировки. Потому что есть очень огромные такие кубовидные, ну там трапециевидные, которые для фарширования или как удлиненной формы. Вот этот язычок тещи, он маленькие такие будут, хорошенькие для фаршировки, он невысокий. Урожайность небольшая, у него небольшая толщина стенки, но вот для приготовления таких блюд вот эти сорта незаменимы, потому что на салаты обычно мы выращиваем другие, которые здоровые перчины, которые сочные, толстые, а для фаршировки вот этот сорт идеальный. Так как у него длительный срок вегетации, я его буду сеять в первую очередь в начале февраля. До свидания.